Сумрачным зимним утром, когда только машины едут по улицам, да нечастые пешеходы бегут на работу, у здания отдела военного комиссариата по Курагинскому району было шумно и людно. 1 декабря состоялась очередная отправка призывников в российскую армию. В районе сложилась и укоренилась добрая традиция. Парней в армию провожают не только родные и друзья, но и представители общественности района. Активное участие в организации мероприятия принимают молодежный центр «Патриот», учреждения культуры, ветеранские организации. Добрый день, уважаемые призывники, родители и гости нашего мероприятия. Почти 300 лет насчитывает регулярная русская армия. Воин, защитник родной земли, во все времена пользовался почетом и уважением на Руси. В народе воспевалась отвага, мужество, героизм тех, кто не щадил жизни, отстаивая свою землю. Без воина нет армии, без армии нет государства. Без государства нет свободы граждан, нет достойной жизни. Напутственными словами выступают те, у кого за плечами большой жизненный опыт и опыт воинской службы. Ну, сегодня, конечно, ответственный день для всех. Вы это будете долго-долго помнить, ну, наверное, всю свою жизнь, что в какое-то время вы стали воином российской армии. Пишите письма маме, звоните, потому что очень важно услышать вашу речь, что вы бодры, здоровы. Не показывайте, что порой бывает трудно. Говорите, что все всегда хорошо. Желаю вам, естественно, вернуться здоровыми, возмужавшими. Великая честь вам выпала служить нашей отчизне. В то же время это огромная ответственность. И хорошая песня всегда уместна даже во время расставания с домом. Ребята отправляются служить. Расставание – это всегда немного грустно, но парни знают, что новая солдатская жизнь – это взросление, это новый опыт, который пригодится в дальнейшем. И еще они знают, что их будут очень ждать на малой родине.